Андрей, можно вопрос задать? Я Дмитрия знал лично. И я знаю, ну ладно, бывают люди, может, даже в чем-то хороши, в чем-то плохи, но я не думаю, что была какая-то причина для того, чтобы в тот день с ним так поступили зверски, все это выложили. И несмотря на это все, что есть, да, все эти вещи, отрицать очевидное, я вот хочу просто спросить, вы осознаете, что произошло этой ночью? Потому что для меня, как для человека, было бы приятнее, меня аж трясет сейчас, если честно, для меня было бы приятнее, если бы люди, которые это сделали, сказали, да, мы поняли, что, возможно, мы были под воздействием каких-то веществ, мы не ведали, что творим, и мы сделали это, и мы раскаиваемся в этом, и это было бы хорошо, да, с моральной точки зрения, но говорить, что мы этого не делали, все это шутки, это было снято ради, не знаю, там, прикола, мы как в зеркало смотрели в телефон, ну, то есть все собравшиеся здесь, это глупые люди, которым можно это говорить, они все это поверят, да, и мы все сейчас разойдемся. Вот вы понимаете вообще, что произошло в ту ночь или нет? Мой вопрос такой. Я нашел сам для себя ответ на этот вопрос. Вы не понимаете, потому что молчите. Вам есть что сказать, но нельзя этого говорить, да? Потому что хочется выйти отсюда дальше, покупать хлеб в Командоре, общаться с друзьями, купаться в озере летом, а Дмитрий не сможет больше всего этого сделать. Я не смогу больше поехать с ним на озеро. Он не придет на мой день рождения, я не приду на его. И в целом, я знаю его 4 года около того, и за 4 года нашего общения с ним ничего не случилось. Он знал вас несколько месяцев. За несколько месяцев вы сделали с ним это. Я думаю, меня не нужно больше снимать. Здесь есть кому, да, задавать вопросы и обращаться. Спасибо.